представляем вашему вниманию декоративное нанесение ретро. Для выполнения данного декора необходимо B-Special Decor Retro – это декоративная штукатурка для создания различных эффектов. Латексная краска Interior Lux для внутренних работ. Тайка – водоразбавляемая колируемая лазурь, перламутровый эффект с блеском благородного металла. Необходимый инструмент. Валик для нанесения первого слоя краски. Глубокий малярный поддон. Качественная металлическая гладилка. Мочалка для нанесения лазури тайка. Валик для нанесения лазури тайка. Широкий шпатель с резиновой рабочей поверхностью. Металлический шпатель. Тщательно очищаем поверхность щеткой. На предварительно загрунтованную поверхность наносим один слой краски Interior Lux белая база. Для этого тщательно перемешиваем продукт перед нанесением и наносим краску на всю поверхность декорируемой стены. После нанесения незамедлительно удаляем малярную ленту. Через час-два после высыхания краски для создания структуры используем декоративную штукатурку B-Special Decor Retro. Тщательно перемешиваем продукт перед нанесением. Наносим продукт на поверхность нержавеющей кельмой толщиной чуть меньше, чем одно зерно. B-Special Decor Retro содержит в своем составе волокна микрофибры, что позволяет покрытию не оплывать при моделировании. За один раз наносим структурное покрытие около 1 метра квадратного и начинаем декорировать поверхность в разных направлениях при помощи металлической кельмы. Итак, метр за метром декорируем всю площадь. После нанесения незамедлительно снимаем малярный скотч. Даем покрытию высохнуть 24 часа. Не раньше, чем на следующий день, слегка подшлифовываем не понравившиеся участки. Тщательно удаляем пыль при помощи щетки и пылесоса. Для нанесения финишного декоративного покрытия используем перламутровую лазурь Тайка, золотая база, заколированную в цвет 2088 Диона. Перламутровую лазурь можно заколировать в любой цвет каталога Тайка. Тщательно перемешиваем лазурь перед применением, а также все время в процессе работы. Наносим лазурь губкой, круговыми движениями. Всю лишнюю лазурь удаляем глубокими движениями крест-накрест. После нанесения снимаем малярный скотч. Для усиления эффекта после высыхания через 5-6 часов можем нанести еще один слой лазури. После высыхания покрытие приобретает перламутровый эффект. Эффект ретро готов. Такой декоративный эффект с четко выделенной структурой и глубоким матовым блеском станет прекрасным украшением гостиной, столовой или прихожей. Приобрести данный продукт, а также заказать работы по выполнению декоративного нанесения можно в сети магазинов Color Studio и Tikurila.